Да, так вы, конечно, помните, вот как этот священник говорит, он пробили ну, вот это отверстие большое, и расстреливали с коридора людей, которые там находились. Расстреливали. Но какая комната, если не сейчас не помню. Тут мы уже были. Мы здесь уже были, да? Да. Это второй этаж. Это сейчас мы на третьем этаже. А это третий, мы были здесь, да? Да, были. Ну, а вот с торца здания подошел парень, фотографировал, говорит, его товарищ. Он, значит, это самое. Третий этаж. И там кольца видно. Он куда-то спрыгнул или вывалился, я не знаю. Он остался жив, может, не покалечился. Но его били. Но кто-то, видно, его тащил, он остался жив. Он лежит сейчас в больнице, ну, в таком состоянии, он был говорит, жив. А как там пострадал, неизвестно, переломы какие-то, что ли, забиты. Ну, он уже остался. Третий этаж спасал здание. Здание, и вот это тот, который на вокзал смотрит, третий здание. Ну, там где вторая комната? Да, да. А это выше еще этаж. И вот видите, как это здание все время, советская символика. Даже женщина имеет, то есть так, как это, как здесь, все это горит.